Что за, как сказал Арнав из моего сериала любимого. О, приеду, буду смотреть. Вот фламулины на пне. Пень знатный, хороший. И здесь будет много. Я же вижу. Вон они какие крошки. Еще только начинают расти здесь. Но этот пень будет моим. Здесь никто не ходит, кроме таких бестолковых, как я. Вот. Красивенькие фламулинки. У них ножка черная, бархатистая. Коричневые бывают. До самых пластинок. Вот несколько штук я и возьму. Все, пусть остальные растут. Идем вперед. Ушли далеко уже от того места. И здесь это белое растет. Вот как. Красиво. Угу. Интересно. Заедает. Загрызает эти кустики. Живет, растет. Там, в щелочках. Ну. Интересно очень. Ну-ка, поближе сделаю. Вот так вот. Да, ну ладно. Идем дальше. Такие трутовики. Я уже здесь их снимала. Они были как камушки. Удивительно. Вот камни крепкие. Прямо камни настоящие. А теперь здесь и цветочки. И распустились трутовичочки. Черные-черные, блестящие. Вот какие черные, блестящие. Настоящий русский гриб. Трутовик. Трудовик. Вон камень. Как камень. И здесь как камушки. Вот как камушки. Они потом распушатся. Красота какая. Вот и здесь черный камушек. Интересно. Два пенечка рядом. Вот такие они. Этот потемнел, наверное, уже. Там светлый, а этот темный. Аж атласный такой, блестящий. Это что-то невразумительное. Такой вид трутовиков, наверное. И здесь, в этом месте, их очень много. Вот они какие. Да! Вот такие они. Пушистые и много. Вон там он. И там. Тут крепидоты. Какие-то неизвестные крепидоты. Ну, сейчас я посмотрю. Но это не зори-зореницы. Грибочки, наверное. Вот он прямо. Вот он прямо оканчивает веточку. И вот юбочку сделал. Где-то он там. Да его я не вижу. Вот как юбочка. И вот юбочка. А это вот это невразумительное растение. Грибочки какие-то. Ну и какие интересные. Не зря я сегодня сюда попала. Завтра уже под снегом их не будет. Это крепидоты, но они не пластинками внизу. А у них там какая-то ерунда. Плотная. А эти вот здесь. Вот они. Все вместе, белые эти. Вот они какие. Да. Да. Вот белые. И там. По всем веткам. На разных ветках. Вот. Вот. В одном месте их очень много. Отошла на несколько метров. Вот они. Вот они. Это пришельцы из космоса. Какие-то пришельцы. Вот. Вот они какие. Замерли, но свое дело делают. Заедают эти прутики. Веточки, палочки. Так.
Интересно, интересно, даже очень интересно. Вот, вернусь к этому. Уже сгрызли эту кору, наверное. Но я давно здесь не была, в этом лесу, и они только недавно выросли. Недавно мы были, недели полторы назад, наверное. Вот. Еще раз вот это покажу. Очень уж заманчиво выглядит. Но пробовать я не буду, даже близко такое. Не хочу. Вот, схватила. Оно такое нежное-нежное. Вот такое вот. Интересно очень даже. Там трудовик какой-то. Но это другое дело. Это хоть понятно, что это красивые-красивые трутовики. Русский гриб, как мы их называем. Красота. И вот здесь. Ну, тут какая-то ликогала. Где она там просматривается. Даже и вон там какие-то рядышком. Ладно, пусть. И вот. И вот они какие здесь красивые. Непонятно. То ли ликогала, то ли дрожалка какая-то будет. Идем себе. А слева у дорожки мы и не видели. Мы раньше здесь проходили. Внизу, на уровне там, немножко от земли. Вот такая дрожалка. Это моя добыча. Ой, какая красота. Это моя добыча. Мне на закуску. На закусон. Какая красота. Просто блеск. Удивительная большая. Хороша. Ну, красота. И это какая-то плесень. Она наполовину читает в руках. Но это плесень какая-то. Это что-то живое. Вот. Да. Ухожу я отсюда. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока. И до встречи.